Эй, привет! Сегодня традиционно обзор моих покупок, о новинках нового пятого каталога, также о продуктах, которые я безумно люблю, и они сейчас идут с классными ценами. Например, как зубная паста 99 рублей. Много всего очень интересного, полезного. Поделюсь с вами фишками, лайфхаками. Итак, поехали! Первая страничка и аромат Sunkist Garden. И это мой аромат. Мне безумно нравится. Это аромат моего утра. Это аромат дневной. И он лежит у меня на туалетном столике. В качестве официального обозревателя мне 3 недели назад пришла эта туалетная водичка. Вы видите, насколько я ее полюбила. Ну, это безусловно. Каждый выбирает свой аромат, который ему больше нравится. Кто-то больше будет восточный, яркий. Кто-то больше холодный, морские. Мне нравятся вот такие цветочные, фруктовые, с мускусом, такие глубокие. Ну, в общем, они должны быть интересные. Этот аромат меня воодушевляет. Я даже записала отдельное видео. Посмотрите, не буду повторяться. 3 базовых нотки. Питая, ландыш и мускус. Не знаю что, но этот аромат меня завораживает. Стойкости, мне кажется, это где-то 4 часа будет держаться аромат. То есть это не такая вот хоп и выветрилась водичка. Нет, все-таки шлейфовость есть. Все-таки вот такое вот, тем более нота мускуса в ней есть, будет устойчив. Не как парфюмерная вода, но вот что-то среднее. А наношу я его безумно, потому что мне хочется вдыхать первые базовые ноты. И он будет стоить всего 529 рублей. На следующей страничке у нас стильные модные очки. Они показаны на картинках. У девушки такие же сережки, как у меня. Наверное, заметили их. Также можете найти в каталоге. Когда мы уже покупали очки Prada, то в магазине нас заверили, что это крутейшие очки, крутейший бренд. Нас привели к машинке, начали проверять защита для глаз, фильтр. И на машинке нам показали. И тут же я снимаю свои очки. Мы только пришли с пляжа. Я стараюсь на выход куда-то, да, носить свои красивые дорогие брендовые очки, а где-то на пляж гулять с ребенком, кинуть сумочку, не жалко. Это очки, конечно же, Oriflame. И помню, я говорю, а, пожалуйста, проверьте мои очки. Тут же протерла их от песочка. И она говорит, ну да, у вас же очки Gucci. Ну, она посмотрит, Джей. Я говорю, нет, это Giordani Gold, Oriflame. Она такая, да, но у вас одинаковая степень защиты. Я говорю, ну, я не знаю, говорю, то ли у вас машинка так работает, то ли действительно компания Oriflame выпускает такие очки, что степень защиты точно такая же. Ну, вот как такая-то история. Следующая страница, и о да, детка, о да, это губная помада. Что мне нравится? Мягкая помада, кремовая, нежная текстура, не сушит губы, выглядит великолепно, она устойчивая. Слегка пахнет печенькой Орео, почему-то меня преследует этот запах. В зависимости от того, какой у вас тон кожи, рекомендуется выбирать оттенок помады. Color Stylist Ultimate. И для себя заказала пробники. Очень тяжело определиться с оттенком. Мне нравятся сейчас нюдовые спокойные оттеночки. Помаду я новую пробую. Пыльная роза. Нежная роза. Розовый пион, розовое дерево. Посмотрите, сколько нюансов. Это немножко в коричневую, такой вот теплый оттенок. Подо все оттенки эти я использовала вот такой карандаш Giordani, бежевый оттенок. Этот оттенок, наверное, мой фаворит. Цветущий клевер 35-173, нежная фуксия. Мне нравится такой оттенок. И в матовой Giordani есть он тоже. 35-176, яркая фуксия. Не совсем под этот макияж. Я люблю такие оттенки, яркие, летом. Вообще, я считаю, что у каждой девочки должна быть яркая помада. 35-175, мягкий вишневый. 35-174, брусничный джем. Это идет холодная гамма, это нейтральная, а вот это теплая гамма. Пыльная роза. Цветущий клевер, нежная фуксия, яркая фуксия и мягкий вишневый. Нежная роза, розовый пион и брусничный джем. Теплая гамма – это карамельный беж, розовое дерево и дикая
розы. И самая крутая помада, которая мне зашла, оттенок называется «Пыльная роза». Я сейчас ее дозаказала, потому что у меня все время проблема, в какой она косметичке, чтобы ее не забыть, потому что для меня это самый-самый крутейший нюдовый оттенок с холодным подтоном. Но, к сожалению, ее уже не было. Это настолько популярнейший оттенок, поэтому, если у вас есть возможность, ловите, резервируйте. Если вам пока что он сильно холодный подтон, вы всегда можете разбавить с любой помады, добавить капельку розовой. И в этот раз я заказала себе еще два оттенка помады. Называется «Нежная роза». И этот оттенок, он универсальный. Посмотрите, здесь написано «Нейтральный подтон». Если вы не определились, какой вам подтон нужен, холодный, теплый, одежда у вас какая, холодная гамма, теплая, то вот такие нейтральные оттенки, розовый, это классический, он подойдет под любой макияж абсолютно всем, поэтому вы не ошибетесь, если закажете этот тон. Еще одну помаду, которую я себе или я маме заказала, называется «Нежная фуксия», потому что мама ко мне прибегает и говорит: «Ира, мне срочно нужна розовая помада, такая помада, которая у тебя была в прошлом обзоре, такая помада, которая была у тебя в прошлый раз, наносила». В общем, я знаю, что эту помаду я буду чуть-чуть поношу, и мама у меня ее отберет, вот, потому что это ее любимейшие оттенки, а для меня так больше подходят вот такие вот. Вот так выглядят эти три оттеночка на руках. И открытием 2019 года для меня стал вот такой вот крем AZ. Потрясающий тональный крем, он действительно многофункциональный, мне нравится, как он лежит на лице, мне нравится, как подстраивается тон под кожу, мне нравится, что сейчас вот на мне он нанесен, и даже нету пудры, идет легкая подсветка, но вот такой сильной жирности, жирного блеска нету, я даже с ним не припудриваюсь. И в моем заказе 4 крема AZ, это моим знакомым, которым я рассказала о креме, они посмотрели, попробовали, тоже захотели. И еще я заказала спонж. В последнее время я ношу только спонжи, мне нравится, обязательно во влажном состоянии. И очень важно спонж такой менять, ну, если не раз в месяц, хотя бы раз в два месяца, потому что бактерии, даже если вы смываете его, все равно он приходит в негодность, где-то расползается, то есть инвестируйте, это гигиена. Многие говорят, мне нужен плотный крем, чтобы было сильное перекрытие, но на самом деле вы можете просто дослоить его и в тех местах, где вам требуется. То есть вам нужно, например, где-то перекрыть либо веснушки, либо какие-то высыпания. То есть просто дублируйте в тех участках тон. Конечно же, каждая женщина хочет выглядеть моложе, чтобы ее кожа оставалась всегда свежей, красивой, молодой. И самый быстрый лайфхак, как убрать минус 5 лет возраста, это вот такой корректор, жидкий корректор. Рассказываю в каждом видео, через видео, мне безумно нравится. Самые темные участки, которые выдают возраст, практически у всех есть темные круги под глазами. То есть и мы наносим их. Также, например, у меня есть какие-то прыщички, я наношу корректор. Ну а далее зону под глазами мы обрабатываем влажным спонжем. И посмотрите, взгляд сразу стал свежим, кожа выглядит более молодой. Кто следит за мной в Инстаграм, знает, что дочка у меня получила в школе перелом лобной кости, также ушиб мозга. Мы больше 10 дней лежали в больнице. Мы ждали операции, под вопросом было, в общем, очень все сложно. И, конечно же, с собой нужна была какая-то косметика. Я попросила мужа привезти ее, и мы буквально, ну, там не до этого было, по видеосвязи он мне показывал, какая кисточка. Знаете, как тяжело мужчине объяснить, какую кисточку для глаз нужно, потому что у тебя в стаканчике стоит там 20-30 кистей, и вот мне нужна пушистенькая, вот чтобы такая с черной щеточкой, чтобы вот такая вот была и такая вот, ну, две кисточки принес, и слава богу, думаю, какая разница, тональный крем, чтобы он нашел мой тональный крем, какой мне надо, или корректор, думаю, ладно. И только потом, ну, я же не стала его просить, я поняла, что если бы у меня был вот такой вот корректор, он бы мне заменил все, и тональный крем, и крем, потому что если мне нужно придать более свежий вид, это, конечно же, вот именно корректор. Даже если у вас нет времени использовать тональный крем, нанесли быстренько корректор, все красиво, здорово. Также где-то у вас есть прыщички, быстренько раз-раз замазали, все, вы красавица, побежали сделать свои дела. Это необходимое средство, это must-have, который должен быть у каждой девушки. Это самый крутейший корректор в Oriflame. Дальше мы делаем бейкинг, закрепляем, буквально чуть-чуть проходимся пудрой.
когда вы наносите пудру, а потом румяна, то они легче тушуются и более равномерный оттенок получается. В этом каталоге сразу две новинки, которых я безумно долго ждала. Почему сразу в этом каталоге две новинки? Ну, как-то компания сделала неинтересно. Так бы продлил удовольствие, сделал бы хотя бы через каталог. Эта палетка запустилась в Европе, но почему-то в России ее не было. Я думаю, боже мой, как это удобно. Я даже шариковые румяна раскладывала по отделам для того, чтобы каждый оттенок отвечал за свою зону. Очень долго ждала, сейчас вместе с вами будем пробовать. И также тренд на рынке – это кремовые текстуры румяна. Бронзовый оттенок и розовый. Давайте посмотрим, сравним, как работают два этих продукта. Конечно же, первое впечатление – это первое впечатление, но когда буду использовать в течение месяца, в следующем обзоре я обязательно расскажу, что мне понравилось больше. Может быть, какой-то лайфхак я открыла с этими продуктами. Если с сухими текстурами понятно, то вот такие кремовые у нас идут как многофункциональный продукт. Акцент на губы, придать какой-то оттенок тон вашей помаде, ну, непосредственно как румяна, также кисточка. Можно набрать или пальчиками проработать подвижное веко. Первое, когда открываю, это хорошее зеркало. Мне нравится, оно достаточно большое. Наносим корректор, стряхнем. Оттенок хороший, мне нравится. Розовые румяшки. Меня интересует розовые румяна, потому что мне нужен был именно вот такой оттенок. И проработаю зону хайлайтера. Ну что, получается очень даже ничего. Угу. Ух, какой оттенок. Контурирование. Ну, это то, что требуется больше время. И попробуем розовый. В завершение также пройдусь хайлайтером. Розовый в моде, поэтому попробуем нанести на подвижное веко. Получился немножко розово-персиковый подтон. В целом, первое впечатление, как помада. Розовый. Бронзовый оттенок. Мне понравился больше розовый оттенок. Либо наносить сверху на помаду, добавлять вот этот оттенок. И как самостоятельно можно использовать розовый. Но наносить их не совсем удобно. Лучше его использовать либо пальчиком, вот так вот делать, да, либо кисточкой. Сделала вот такую вот уже какушку себе. То есть надевала колпачок, это минус. Потому что я всегда промахиваюсь, мне нужно быстро что-то делать. Плюс то, что мне нравится финиш, результат здесь больше. Реально выглядит дороже, красивее, чем такая палетка. Но минус, вы должны использовать спонж, втушевывать продукт. То есть эффект на глаза. Не знаю, как себя поведет дальше. Вы можете использовать эти два оттенка, и это добавляет какую-то тональную законченность образа, потому что у вас макияж будет гармонично выглядеть в одной гамме. На любую помаду рекомендую наносить вот эти оттенки, чтобы образ у вас был завершенным, готовым. Эта палетка достоинства. Эта палетка гораздо круче, чем вот эти тени. Вообще не зашли, не понравились. Оттенок этот какой-то рыжий, этот слишком яркий. В общем, мне эта палетка, ну, разве что светлый оттенок не зашла, я ее просто отложила. А это палетка, которой буду пользоваться, потому что именно то, что нужно. И компактно сразу три средства в одном. Всем рекомендую однозначно. Это крутейший продукт, так как и румяна в стике. Ну, а такой оттенок помадой я получила, растушевав два оттенка, перемешала, добавила чуть-чуть контур. В принципе, можно носить как самостоятельно вместо помады, так и добавить к любой помаде.
Хотите, покажу еще одну тему? Как вы знаете, я за честные обзоры и рассказываю то, что мне нравится. В Oriflame у нас не было тех оттенков, чтобы именно вот так подсвечивали, да, и у меня просто руки затряслись. Я купила себе Huda Beauty, редко хайлайтеров, я думаю, что это была бомба, но на самом деле... Не так она меня впечатлила, я пользуюсь, да, как-то хайлайтером, но сейчас я вам покажу, как можно найти замену люксовым брендом. Палетка стоит 3300, и давайте посмотрим свотчи оттенков, что они могут напоминать с Oriflame. Бронзовый оттенок. Давайте на пальчики нанесем его. Бронзовый оттенок, почему, когда я наносила, эффект, вот эффект получается такой же. Бронзовый оттенок здесь и бронзовый оттенок Huda. Вот два оттенка. Темнее, этот светлее. Выглядит swatch. Итак, это Huda Oriflame, Huda Oriflame. Это в swatch'ах, но когда идет тушевка, на финише получается примерно такой же эффект. В качестве хайлайтера мое самое любимое средство – это тени вот такие золотистые. Давайте я вам покажу, как выглядят они. Палетка Huda – это самый частый оттенок, который я действительно с ней использую. Вот так они выглядят. Это Oriflame, это Huda. И на свотче. Напоминаю, это стоит 3300. И реально, что вам действительно понадобится, это обязательно потом в следующем каталоге закажите вот такие тени, потому что из всей палетки действительно самое часто используемое это как раз-таки вот этот хайлайтер. Вот эти оттенки, они когда вы наносите, оно реально сильно мерцает, и если у вас пористая кожа, они наоборот подчеркнут кожу. Поэтому мне они на финише не понравились. В Oriflame мне понравился больше финиш, потому что здесь чуть-чуть меньше мерцания, но смотрятся они роскошно. Если мы сравним вот этот хайлайтер, то это совершенно другой. Он с розовым таким подтоном. В зависимости от того, какой эффект вы хотите добиться, либо используете белый, более холодный хайлайтер, либо золотистый Giordani. Кстати, к этой помаде мне захотелось чуть-чуть добавить оттенка. Также можно чуть-чуть добавить хайлайтера. Такую помаду получила. Да. Да, да, да. Басюк рекомендует. Однозначно да. Румяна. Да. Это тоже стоящий продукт. Скидкой 599, но это реально премиальный продукт. Смотрится очень круто. На следующей странице со скидкой 45% легендарнейший продукт. Антивозрастная основа эликсир Giordani Gold. Это реальный must-have. Сейчас проходит битва визажистов на контракт 1 миллион рублей по всем городам России. И большая часть визажистов, кто пробовал и работал с этой основой, они в полнейшем восторге. Для меня этот продукт не совсем зашел. Почему? Потому что у меня эффект вот такого стробинга, эффект подсветки, у меня сама кожа такая, да. Если у кого сухая кожа, так это вообще, это наикрутейший продукт, когда вы его добавляете под тональную основу. Эффект потрясающе дорогой ухоженной кожи. Дальше идут картинки с ароматами, но здесь вам выбирать. Мой лучший базовый аромат в Oriflame это Essence, то есть это реально мой аромат. Да, как-то я его сейчас забросила. Почему? Вот появились вот новиночки, я ими балуюсь. И если мне на вечер нужно выглядеть красиво, шикарно, достойно, роскошно, и на конференции чаще всего я беру именно этот аромат. Заказала себе в этом каталоге спрей. Они сейчас со скидкой идут. Больше всего пользуюсь именно вот такими спреями. А дальше идет любимейшая помада эликсир, но только вот именно такой розовый оттенок. А какая бы ни была помада, почему-то мне нравится. Ну, завершить образ, как вот я наносила сейчас светлым оттеночком, чуть-чуть капнув и растушевав. Губы получаются объемными, то есть я его использую поверх любой помады. В качестве самостоятельного средства он как-то мне не зашел, но именно поверх любой помады, вот здесь вот осветлить, это мой незаменимейший продукт. Листаем следующей странице, и я уже вам набрала продукцию wellness, которую себе заказала ребенку. И в нашей семье сейчас очень популярен именно вот этот продукт супчик. Сейчас идет пост, и он как нельзя лучше, классно, каждый день идет вместо супчика. Вот, я, так как я не на посту, я принимаю коктейльчик вместе с дочкой.
Ну и, конечно же, витаминки. В этот раз себе не заказала, закончилась подписка. В следующем каталоге я сделаю Life Plus. Однозначно рекомендую вот именно всю серию, она мне безумно понравилась. Я даже заказала в двойном или в тройном экземпляре, боялась, что таких скидок не будет, а скидки точно такие же. Если вы еще не заказали очищающее средство в Oriflame по вот такой смешной цене, то обязательно это сделайте. Это мега крутейший продукт. В качестве официального обозревателя мне пришла сыворотка на Veg. Этой серией я пользуюсь уже с января, когда мы были в Австралии. И это реально крутой бомбический продукт. И мне нравится, что серия ухаживает за лицом, и получаете от этого действительно эффект. Но также к этой серии я заказала серию 40+ Ultimate Lift. И я об этой серии уже вам рассказывала, минутный обзорчик повторю. Эколаген Oracle Power. Это серия, где эффект видимый, улучшение разглаживания морщин на 49% через 20 минут. Уже здесь принципиально нового и уникального в этой серии — это низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Того здесь стволовые клетки растений. Они стимулируют выработку фибробластов, которые находятся в глубоких слоях кожи. Запатентованная 3-пептид-технология, запатентованные стволовые клетки растений Эдельвейса, очень-очень крутой состав. Держится морской пребиотик, извлеченный из морских микроорганизмов. В лице проживает очень много микроорганизмов. Им нужен корм. И вот этот вот корм для микроорганизмов, это и есть пребиотики. Сейчас самое крутое направление идет изучение микробиома кожи, воздействие пребиотиков на кожу. То есть это такой вот бум идет, исследование. То есть это вот то ноу-хау, которое сейчас в ближайшие там 5-10 лет выстрелит. А в компании Oriflame это уже есть. Уже есть пребиотики. И заказала себе также серию Ultimate Lift. Эта серия, так как и вот этот вот закончившийся продукт а-ля пустые баночки, которые я когда-нибудь обязательно вам сниму, победитель в номинации журнала «Домашний очаг». Эта серия подходит для возраста 40+. И так как мне 1 мая будет 39 лет, то, в принципе, я хочу использовать эту серию, но я ее буду использовать под любой крем. В качестве дополнительного средства буду потихонечку, каталог за каталогом, собирать всю вот эту вот серию и буду пользоваться, чередовать, чтобы получать для себя еще больше эффект. Также в этом каталоге я заказала мой must-have. Я не помню, сколько у меня таких кремов было, уже не один год пользуюсь. Это у меня уже кремик закончился, поэтому в прошлый раз, когда у меня было судорожно, мне надо было летом крем, и я выжимала капли остатки, а по скидкам уже не было этого крема, я расстроилась. Да, конечно же, в моей коллекции много кремов, но на лето крутейшего, лучшего продукта для себя, жирнючий, когда у вас кожа, нету. Это легкая-легкая флюидная текстура, это матирующий крем для лица. Если у вас жирнющая текстура, то вы его оцените, аромат потрясающий, классный эффект. И этот крем сейчас стоит всего 249 рублей, но это замечательнейшая цена, потрясающая, когда и эффект вы получаете бомбический. И следующая страница, 199 рублей. Это вещь, без которой я летом, вот весна-лето, я реально не могу обойтись. Поэтому я заказала себе салфетки. Еще одну. И это только себе. Когда я делала заказ, я заказала их... еще одну. 10 штук. Ну, потом думаю, боже мой, зачем 10, зачем 10? Еще же будет скидка. В общем, я себе 4 убрала, но это салфетки только для меня, потому что они должны быть абсолютно в каждой косметичке. Если у меня нет в каждой косметичке сумки, то у меня реально панический страх. Я сразу начинаю типа пользоваться туалетной бумагой, потому что у меня все блестит. Безгранично люблю. Если у вас есть тоже к ним любовь, ну, вы знаете, что сделать в комментариях. У вас всегда должно быть в запасе солнцезащитное средство. Причем про запас, и в любой момент вы можете в зимний сейчас период нормально улететь куда-то на юг. Эти средства должны быть всегда. Мой запас средств, точнее вот это уже половинка, потому что я боялась, что мне не хватит. То есть в обиходе у меня, конечно же, пятнашка, но это после того, как я уже загорела. Также у меня 50 для лица и плеч. И это тоже пятнашка, но это новое. То есть у меня 3 пятнашки. Реально для лица самая крутейшая 50-ка – это вот это средство. Когда мы были в Австралии, там солнце такое бешеное, что там
не спасает ни один солнцезащитный, и там от 50-70 SPF и выше, там вообще космический SPF, поэтому вот этот крем, он улетал. То есть я намазалась этим кремом, пятнашкой, у меня рука потом просто обгорала, у меня не было никогда, чтобы у меня руки обгорали, они просто слазили. Я была в шоке, поэтому в зависимости от того, в какую вы страну летите, всегда подбирайте свой SPF. Ну, новиночка у нас запускается — увлажняющий лосьон. Приятный вкус. Я уже, честно говоря, забыла, какой у нас был раньше увлажняющий лосьон. Ощущение холодок, ментол. Такое легкое-легкое есть, поэтому я думаю, когда ваша кожа загорит, то этот лосьон будет успокаивать. Увлажняющий лосьон после загара. В нем нету никаких перламутровых частичек, поэтому ваш супруг может смело использоваться и не бояться, что он выглядит как очень красивый мужчина. И еще одна штука, новиночка, как автозагар. Я вам уже записывала, один из самых лучших автозагаров. Как им правильно пользоваться? Да, чтобы не быть в пятнышку, и вы переживаете, как же он будет у вас работать. У вас, может быть, был опыт плачевный с другими автозагарами, никогда его не применяйте просто, побрызгав сразу. Первый раз, первое использование, вы должны понять, насколько оттенок будет работать с вашей кожей. Поэтому все очень просто. Наносите много крема, брызгаете этот автозагар на руку, перемешиваете и наносите. Не ждите, когда придет тот самый период, когда его нужно срочно носить. Начните использовать его прямо сейчас, чтобы посмотреть, как он работает. Нанесли, посмотрели, какой оттенок. В следующий раз добавьте меньше крема, больше спрея. Нанесли, посмотрели, потому что любой загар, он ложится степ-бай-степ, да, по шагам. Перед тем, как будете использовать такой спрей, сходите в ванну, возьмите щетку и хорошо отшелушите вашу кожу. Если нет щетки, можете солью натереться, либо с крабиком, но чтобы у вас не было мертвых клеток. Если вы наносите на ноги, то обязательно уделите зоне коленок под коленочками, потому что там может спрей взяться более интенсивно, либо менее интенсивно. В общем, если вы наносите с кремом, я вам гарантирую, никаких пятнышек, будет очень равномерное нанесение. Это я вам уже перестраховала, чтобы у вас прям вот минимальнейшая доза этого автозагара была. Ну и потом будете дозировать в зависимости от того, какая у вас кожа. В общем, этим спреем пользоваться очень-очень легко, и эффект реально классный. А следующего неделика у нас запускается проект «Страняшки», «Красивая попка», «Минус сантиметров талии», как хотите его называйте. У каждой девушки за зиму набрались хотя бы парочку лишних килограммов, парочку лишних сантиметров. Наша кожа на ножках, она не такая упругая, есть какие-то проявления целлюлита. И если вы в течение года не занимались регулярно, то, конечно же, вот сейчас, апрель, это тот самый месяц, когда нужно срочно все бросать, вы можете сдвинуть какие-то свои заказы, но вот эти средства должны быть у каждой девочки. У каждой девочки. На мне проверено в течение 10 лет. Это мега крутейшие продукты, которые запускались, перезапускались, формулы видоизменялись. Все практически женщины, я также страдаю целлюлитом и на своих ножках его получаю. И летом за месяц я его тут же убираю. То есть вот такие явные признаки целлюлита есть, конечно, я не ленивая корова. Эффект у меня очень крутейший. Что я делаю? Каждый день. Я даже ставила себе напоминание на одно и то же время. Просто этим средством, видите, с роликовым аппликатором, вы каждый день массируете одну ногу, ставите одну песенку, вторую ногу, тайминг, вторая песенка, все, вы обрабатываете эти места, и я вам гарантирую, результат будет. Для меня была проверка, наверное, лет 10 назад. Я работала в финслужбе военным финансистом. Я привыкла сидеть нога за ногу, такая ножка за ножку, ну и работать, да. И когда время пришло весны, я увидела, что сидя на одну ножку за ногу, у меня на одной ноге образовалась вмятина, пятно. У меня вот такой вот был шок, что это такое, что за эти вот вмятины. И каждый день в течение месяца я пользовалась, ну там немножко было другое, сейчас формула, улучшили средства. За месяц эта вмятинка, она убралась. Еще момент, когда год назад я поломала руку, то я подходила к туалетному столику, прижималась сильно ножками и там красила одной рукой что-то. Именно прижималась к зеркалу, потому что мне зеркало было неудобно держать. И у меня образовались на ногах две вмятины. Когда я увидела, что у меня произошло, а ваша кожа деформируется, то я также наяривала. Это у меня был июль месяц, то за месяц я также убрала. То есть
честно, реально эти продукты работают. Для талии я использую, если я не ленивая корова, то я использую вот этот крем. Почему я так себя называю? Это я могу себя так называть, потому что я люблю совершенствоваться, и когда я ленивая, то я ленивая корова. Вот. Зачем надо было это говорить вам? Эти серии сейчас 60% скидкой, обязательно полистайте, посмотрите. Не требуется в комментариях, это два жидких мыла. Последний месяц у меня на кухне стоит гель для интима, я хочу его как-то заменить другим средством. Но как-то получилось так, что закончились у меня все гели разом. Вот сколько ни покупаю, казалось бы, каждый каталог я что-то покупаю. И когда листают люди каталога, говорят, вообще там нечего, ничего такого интересного нет. Я говорю, люди, посмотрите каталог, не знаю, как у вас. Я бьюти-маньячка, и у меня постоянно что-то заканчивается. И гелем для интима я мою руки, а иногда и посуду. Как бы так. Уход за лицом, любимейшие бюджетные средства. Вот этот наборчик. И себе в этом наборчике я дозаказала скраб. Мне он кукумбер. Да, он так называется. Может быть, не так. Да, кукумбер. Кукумбер, скрабик. Безумно понравился. Этот скраб у меня улетел вообще очень-очень хорошо. Такой нежный, красивый, классный. После этого скрабика я обычно наношу вот эту вот масочку. Видите, да? И после этого, по идее, вы наносите вот такой вот гель для лица. А по чесноку гелем, как-то я не очень люблю этим пользоваться. Все-таки сразу бегу, накладываю себе коллаген, мой любимейший крем. Но вот эти вот два средства мои must-have. Мне они очень нравятся. И по цене получается вообще копейки. Я даже как-то считала, сколько стоит одно применение. Раз, два, три вот этих всех трех средств. Сколько стоит все три процедуры, то есть вместе всего 119 грамм волос делать. Ну и потом в конце также крем, это на область лица, шеи и полностью зона декольте. То есть все три этапа вы проделываете полностью. Минус 20% как дисконтный потребитель. Девочки, 14 рублей одно применение. Скажите, это дорого? А здесь, наверное, я вас удивлю. Я не заказала себе зубные пасты и щетки. Почему? Потому что у меня их просто вагон, целая тележка. Потому что зубные пасты я всегда себе заказываю по большим скидкам, и они у меня всегда есть. И еще, как вы знаете, самые любимые тени в Oriflame это вот такие вот. И я знаю, что их вот-вот скоро снимут с производства, сделают ли какие-то другие оттенки, я не знаю, но это моя безграничная любовь. Даже сейчас делала макияж, я добавляла темный оттеночек на глаза. Даже если я использую какие-то дорогие палетки, там Huda Beauty, что у меня там, Urban Decay, да, какой-то макияж глаз миксую, то вот что-то вот мне прям элементы хочется добавить. Кроме того, это безгранично любимое зеркало, которое я использую в каждой поездке. Оно у меня всего ходовая. И в последнее время скидки были на эти тени, не очень высокая цена. И постоянно забывала заказывать с 50% скидкой, потом заказывала этих теней, не оказалось на складе. Сейчас они стоят в распродаже только для консультантов на стойке, и они стоят 400 с копейками. Когда я увидела, конечно, я заказала, и простите, я не буду их открывать, потому что я хочу, чтобы они они оставались у меня новенькие, потому что когда они закончатся, и когда их не будет, я с удовольствием открою и буду ими пользоваться, и это будет раритетная палетка. Тенями я еще, дай бог, еще годик точно буду пользоваться. Это моя любовь на будущее. И в завершении я вам покажу три продукта, которых мне выслала компания в качестве официального обозревателя, который будет со скидкой в следующем каталоге. Essentials Cream с папайей. Это парфюм El Ambre Elixir. И безграничная моя любовь – это сыворотка Novage. О ней я вам рассказала. Давайте разберемся вот в этих двух продуктах. В следующем каталоге нас ждет дачный сейл. И это новиночка, ограниченная лимитка серии Essentials, витаминный крем для лица папайя. Здесь комплекс витаминов. И сейчас, конечно же, мы понимаем, что витамины полезны нам как изнутри мы принимаем в качестве пищи, так и они полезны для кожи. Самое главное, что здесь мультикомплекс. Идет витамин В3, уход и питание, витамин В5, невероятная мягкость, витамин В6, эластичность кожи, витамин С, это сияние, ровный тон, мы, конечно, знаем.
покупаем. И витамин Е – это защита эпидермиса. И этот витаминный коктейль стоит всего 119 рублей. Вкуснейший йогурт с папайей и маракуйя. О, боже мой. Это реально витаминный вкуснейший коктейльчик. Ощущение, что вы едите фрукты. Ну-ка, давайте проверим на наши ручки. О, бог ты мой, боже мой. Вкуснятина. Вот только ради этого запаха нужно брать этот крем. Не знаю, как он будет справляться на коже, но я думаю, что периодически надо баловать себя. И если вы аромаманьяк, вам нравятся ароматы, что-то, то этот крем, он будет приятный. Приятное дополнение к вашему уходу. И это может быть ваш удачный вариант, когда у вас всегда есть крем на даче, вам не нужно брать свою любимую серию. Рекомендую. Я знаю, что у меня мама его точно отберет на дачу. И на обзор компания прислала парфюмерную воду Амбр Эликсир. И, наверное, как это роскошный восточный аромат. И как вы знаете, что сейчас весенний-летний сезон, как и многие года, это тренд. Восточный аромат – это действительно очень стойкий, шлейфовый, роскошный и дорогой. Действительно, это аромат королевы. Дорогой, шикарной женщины. Это невероятно востребованный аромат. Он не подойдет для легкомысленной девушки, но он подойдет для вечеринки, для такой сексапильной, яркой, энергичной женщины. Сочетание мускуса и гелиотропа наделяет парфюм трендовой чувственностью. Верхние ноты – мандарин, черная смородина и виноград, сердце – гелиотроп, миндаль и пион, и шлейф – мускус, сандал и амбра. Обязательно рекомендую протестировать этот аромат, взять в качестве пробника роскошный, роскошный, такой дорогой, шлейфовый, восточный аромат, который должен быть на случай вашего триумфального, шикарного выхода королевы. Создал аромат Винсент Шалер, и это не единственный его аромат. Он создал такой аромат, как My Red by Demi Moore, и что-то вот этот аромат мне напоминает что-то общее, как классический базовый аромат от Demi Moore. Мне он, в свою очередь, очень-очень нравился. И вот такой этот восточный-восточный аромат. Почему восточные ароматы так популярны? Потому что вот это содержание мускус, амбара, сладости, восточных специй, они охмуряют, они опьяняют. Это вот невероятно чувственные, соблазнительные ароматы. Это просто реальный ходячий секс. Это был мой обзор заказа по текущему каталогу. И ждите следующий каталог, в котором я расскажу, что я закажу, какие мои любимые продукты. Успехов вам! До скорых встреч! Пока-пока!